Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И благодарю всех, кто оказывает поддержку. Я расскажу сейчас о простом, эффективном способе, как укрепить свою финансовую сферу и привлечь больше денег в свою жизнь. Этот метод, он связан с кошельком. Вот смотрите, в кошельке ничего не должно быть лишнего. Ну, пусть там будут деньги, какие-то банковские карты, может быть амулет какой-то, если он связан с деньгами. И старайтесь, чтобы ничего другого там не было. Это очень важно. Но вот пусть в вашем кошельке, в отдельном кармашке где-то, лежит одна монетка. Это единица вашей национальной валюты. Вот в России это рубль. Я вот сейчас покажу примерно, как это выглядит. Вот в отдельном кармашке, в кошельке лежит рубль. Вот когда вы будете его туда класть, произнесите такие слова. Вот такой заговор. Малая деньга большую тянет. И пусть он будет вот в этом кармашке отдельно лежать, его старайтесь не трогать. Вот не то, чтобы его нельзя менять, там тратить куда-то. Если необходимость такая будет, можно его потратить. Но постарайтесь, ну, в этот же день или в ближайшие дни положить туда новый рубль, новую монету. Тот же самый заговор при этом произнести. И еще, вот когда вы пользуетесь кошельком, открываете, там, рассчитываетесь или, может быть, кладете туда деньги. И когда вам будет на глаза попадаться вот эта монетка, вот тот же самый заговор воспроизводите. Мысленно, может быть, шепотом или вслух, как будет удобно. Говорите то же самое. Малая деньга большую тянет. И ваша финансовая сфера, она будет укрепляться. И деньги действительно к вам будут тянуться больше и лучше. И еще, друзья, вот есть такие две нематериальные вещи, которые тянут в бедность. Вот их обязательно нужно выбросить. Посмотрите видео, которое сейчас на экране. Вот там все подробности. Благодарю вас.